Порядин. Среднюю зону использует для разбега. Марченко. И второго. Сумел. О, как получилось. И Тимкин на дальнюю. Бросок. Выше ворот. Шайба пролетает. Момент. Ну и давайте насладимся тем, как сыграл Марченко. Он сразу заметил Тимкина. И Евгений в касании бросал. Вот даже не то, что бросал, он клюшку подставлял. Не смог шайбу заправить под перекладину. О, да это даже Иванников. О, как. Это Иванников с Иванова.